Только что партизанские 6 убрали. Первую полосу тоже было завалено. Прораб Ленинского, Зеленского и Лобанзиевский Андрей Викторович. Только что прибыли с хосписа, было повалено 3 дерева, порезали вместе с МЧС, освободили проезд и круговое движение вокруг хосписа. Партизанский 6 первую полосу освободили, и вот здесь у Тростенецкой, около коммунарки. Продвигаемся по улице Тростенецкой и потом угол Красноармейской возле Ленинграда. Повалена липа. Все, пока. Представьтесь, пожалуйста. Начальник службы эксплуатации объектов газораспределительной системы предприятия Мингаз Вирочкин Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, какова ситуация по повреждениям газовых магистралей после прохождения урагана? После прохождения урагана на улице Чижевских в результате падения деревьев произошла деформация газопроводов в двух местах, в трех местах. В настоящее время деформированные участки уже вырезаны и вставляется новая труба. Какое прогнозируемое время восстановления? Прогнозируемое время восстановления максимум 3 часа.